Я из Сумской области. Зовут Лена. 35 лет. Ну, до этого я работала в ЗАГСе. Я считаю моим долгом, как бы там ни была девочка, там не девочка, знаете, я тоже могу защитить нашу страну, за наш народ, за Украину. Родной дом для меня. Мне хочется, чтобы побыстрее это все закончилось. Не хочу вот этих гибелей, жалко. Вот молодых парней очень жалко.